Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Снова повторяется все это. Вот такое вот. Ну, почти. Теперь это все переходит в то, что появляется вот такое вот. Набор повелителя морей. Набор легенды морей. Плащ, крюк, бла-бла-бла, всякая хрень. Так, музыку чуть потише сделаю. Короче, вот в чем дело. Добавили в магазин костюмы. Костюмы добавили в магазин. Даже примерить сразу нельзя. Уроды? Что еще сказать? Поэтому я сделал в окне запись. В связи с этим мы открываем вот так окошко. Я надеюсь, все хорошо видно. Друзья, конечно, друзья-донатеры. Мы ввели в ассортимент магазина новые хрени. Вы будете выглядеть охрененно, но позже мы введем еще новые хрени. Вы будете еще охрененно выглядеть. А потом мы еще введем. А потом вообще жопа будет. Короче, все фигня. История о том, как появились какие-то там пираты, какие-то предводители, командиры, прочая херня. Бла-бла-бла, вы, блин, супер красивые будете, у вас будет костюм шикарный. Костюм капитана Дракара. Это, по всей видимости, для меня. Объем здоровья 500. Лучше бы это было ворот 2,5 или шанс крита 2,5. А лучше и то, и то. Вот единственное, это меня это смущает. 500 единиц здоровья. Скорость передвижения, это хорошо. Но не могли бы они взять 2,5-3, блин, процента. Где пыхни глаз. Пробивание брони. Почему так мало? За 1400 кристаллов. 1400 кристаллов стоит набор. Они могли бы сделать 600-650 пробития. Чтобы костюм дракона хоть как-то можно было соперничать. Поскольку у меня нет голды, и собирать сейчас на данном этапе тяжело. Те, кто успел, быстро собрали. По дешевке скупили все части и так далее. Сейчас они подорожали уже пять раз и так далее. Я думал собирать костюм дракона, но вот так вот все уходит. Скорость передвижения 2%, пробивание брони 500 единиц. По сравнению с костюмом замковым, замковым костюмом, которого 350, на 150 выше. А, также замковый костюм дает 300 сопротивления и оперный театр. Шанс критаж, уклонение, я даже не знаю, вот мне и хочется его взять за пробои повыше, для скорости передвижения. Чек-рунг технических ударов на 10%, целых 10%. Это не так мало, но не так много, по сути. Нужно брать, я думаю. Нужно брать. Такой у меня выход. Собирать драконий костюм. Вот смотрим костюм дракона. Я уже даже кристаллы закинул. Костюм. Какой-нибудь костюмчик, и здесь он должен был бы быть. Да, также костюм драконьего всадника. Устойчивость к нанем плюс 18 единиц, фигня, шанс критического удара 3%, нормально. И сапрот добавляет. Пробивание брони 800, на 300 больше. Сопротивление заклинаем 400. 400. Почему они не сделали альтернативу замковому? Почему они так все сделали не особо красиво? Ну блин. И хочется, и колется, и жаба давит. Голду отдавать, кристалл отдавать за это, рубли. Родненькие рублики. А мне вот интересно, персональный? Нет. Аукцион. Набор. Еще никто не выложил на продажу. Морей. Нет ничего такого.
Собирать костюм можно, но... Собирать костюм можно. Я вот думаю все еще раз, покупать мне его или нет. Все-таки запись видео включил. Плюс также в наборе Джонни Р. И Морфеус дважды плюшевый. Плюс на них еще костюм надо покупать. Но я покупать их на них не буду, мне они нафиг не нужны. Там не особо такие серьезные бонусы. Воровское ремесло 7,5 тысяч мне нафиг не нужно. Поднимать здоровье кукле мне тоже нафиг не нужно. Если бы он рядом находится, еще здоровье кукле поднимал бы, да? О, мне поднимал, да, другое дело, я бы его приобрел бы. Ну блин, ну. Вот костюм корабельного мастера руны. Это для хилов. Эффективность исцеления 30 единиц. Критический эффект исцеления 3%. Время применения минус 3%. Объем здоровья 500 единиц. Раз в 180 секунд, наверное, можно использовать умение руны исцеления, которое восстанавливает цели некоторое количество здоровья. 29 плюс 100 от эффективности исцеления. И получу я такой костюм. Но прикол в том, даже не в том, что костюм покупать или нет. Если я его куплю и одену, мне придется еще дополнительно покупать костюм негацианта. Дополнительно, солидный костюм негацианта. И еще порошок к нему, чтобы опять сделать себе такой вид. Потому что я не хочу свой вид менять. Ладно, так уж и быть, раз я и запись запустил. Надо брать костюм. Смотреть, что мне больше понравится, как мне вообще пойдет. Так, нужен костюм капитана Дракара. Костюм капитана Дракара. Он какой-то из этих пачек. Вот он, костюм капитана Дракара. Это для хилов, по всей видимости. Костюм корабельного мастера, да. Костюм капитана Дракара. Нужно его брать. Брать, не брать, брать, не брать. Костюм капитана Дракара. Драккара. Заводная игрушка Джонни Р. Кукла гигантский тряпичный Морфеус. Ну что, приобретаем. Получен. Набор. Забрать. А выставить его на продажу почем можно? Нету. Все еще до сих пор не вытащить. Что за вы бомжи? Злобный я донатер. Открываем. Получаем костюм капитана Дракара. А он есть? Науки. Его тоже нет науки. Срок действия с моторчиком внутри. Гигантский тряпичный Морфеус. Офигеть, он еще и легендарный предмет. Начнем с кукол. Ты что, спиной ко мне появился? Охренел, что ли? Его еще поднимать левели надо. Охренеть. Он еще танцует. Так, отойдем сюда. А теперь покажись. Вот такая вот хрень, короче. Джонни Р. Джонни Депп назвали бы хотя бы его. Короче, вот такая вот фигнюшка падает оттуда. Персональный предмет. О, эту хрень уже продают за 350 голды. Костюм до сих пор не продают. Открываем его. Зачем мне его продавать? Собираюсь его продавать. А-а-а! Серьезно? Только в доме. Только в доме. Я думал, где угодно его можешь с собой таскать. Вызвал где-нибудь эту хрень, она стоит. Обидно. Это обидно. Это обидно.
Так. Никуда здесь не разместить, да, эту хрень снаружи. А на пугале. А на пугале. Че, серьезно, на пугале тоже нельзя? Эй, а там вообще места ни хрена нет. А, вот эта хрень, короче. И вот такая вот хрень. А, забрать просто, да? Да блин, не то. Гигантский тропичный морфеус. И ничего он не делает. Ничего он не делает. Хоть придумали бы что-нибудь интересное, что ли. Так, теперь. Что мы имеем? Вот он костюм. Объем здоровья 500 единиц. Скорость передвижения 2%. Пробивание брони 500 единиц. Игнорирование сопротивления мне нафиг не нужно. Какого хрена его сделали? Сложно было отдельно костюм сделать и мне дать сопротивление. Просто сопротивление. Плюс 300 единиц сопротивления. Хотя бы. Хотя бы. Урон всех критических ударов 10%. Но мне кажется, урон... Хотя хрен это по сравнению с шансом. Он лучше или нет? Это относительно, все как повезет, конечно. Шанс критического удара и сила критического удара. Смотрим на мои характеристики. Уклонение, в принципе, 29, почти 30%. Можно будет еще сапоги напихать и прочее, прочее. Шанс критического удара в дальнем бою 24%. Это маловато. Это критический урон в дальнем бою возрастет. Дополнительный урон на менее дальнего боя 2%. Это из перчаток идет, да? А, нет. Вот 2% из пушки. Короче, получается как-то так. Теперь мне ее надо одеть. Ладно, открываю я его. Смотрим, что из этого получится. О, ужас! А, нет. Показалось. Я уже думал, полная жопа. Я думал, он не порисовывается. Я уже было офигел. Сопрот у меня падает на 300 единиц. Блин, это хреново очень. Скорость бега на 1 метр, на 0,1 метр. Блин, какое говно. Объем здоровья на 500. Еще и в этом бегать. Да и вид у него какой-то хреновый. Если честно. Норель. Блин, блинский, я не знаю, люди. Друзья, я не знаю. Стоило ли это того? Стоило ли это того? Ладно, я прекращаю запись. Все получилось как-то так. Точность, дополнительный урон, критический шанс, парирование, блокирование, уклонение. Уклонение понизилось. Критический урон в дальнем бою. Плюс 5%. Шанс критического урона тоже растет в ближнем бою. На 2%, на 2,3%.
Шанс критического удара в ближнем бою падает. Критический урон в ближнем бою повышается. Уклонение понижается, в случае заклинания понижается. Саппорт понижается, скорость передвижения повышается. Короче, как-то так. Ну, хрен знает, короче. Ладно, всем спасибо, посмотрим, что получится. Это поюзаю, побегаю. Может, будет нормально.